Снова здравствуйте. С вами автопрофессор Юрий Васильевич и автошкола «Профессионал». Сейчас мы покажем вам внешние световые приборы и органы управления ими. Речь о световых приборах, непосредственно идет в 19 разделе правил дорожного движения. Световые приборы, внешние световые приборы находятся спереди, находятся сзади, мы потом посмотрим, и сбоку. На специальных транспортных средствах световые приборы, именуемые в народе мигалками, находятся на крыше. И есть дополнительные фароискатели на водительской двери для полицейского, чтобы он смотрел номера домов, наблюдал за правонарушителями. На обычных гражданских автомобилях приборы находятся только на корпусе, сзади, спереди и сбоку. Уважаемые коллеги, я хочу сразу пояснить одну вещь. Если в правилах дорожного движения написано отдельно дальний свет фар, ближний свет фар, дневные ходовые огни, то в реальности на современных автомобилях они расположены в едином блоке. Даже может быть одна лампочка с двумя спиралями, которая горит при включении более ярко или менее ярко. Что касается дневных ходовых огней, уже доказано учеными, что это безопаснее. То есть даже в солнечное время другие водители и пешеходы лучше видят транспортные средства с включенными дневными ходовыми огнями. Дневные ходовые огни не обязательно могут быть светодиодные. Это может быть одна из лампочек. Одна из лампочек в блок-фаре. Проверить очень просто. Садитесь в автомобиль, заводите его, не включаете свет. И выходите, смотрите. Если у вас какая-то одна из фар горит, значит у вас есть габаритные огни, либо дневные ходовые огни. В дневное время, когда не включены никакие приборы, они горят более ярко. Это рассчитано на солнечную погоду, чтобы их было видно. И уже доказано и проверено, что это безопасно. Когда вы включаете габариты, дневные ходовые огни у вас будут гореть менее ярко. И вместе с ними загорятся задние. Теперь по поводу фар. Пожалуйста, ближний свет фар. Вот в данном автомобиле, видите, это отдельные блоки. Функцию габаритов выполняют дневные ходовые огни, и загорается ближний свет фар. Потом мы вам покажем, как он включается. Это ближний свет фар, а теперь дальний свет фар. Обратите внимание, даже здесь видно, что он более яркий. Дальний свет фар более яркий, он рассчитан на трассу, на движение с большой скоростью по трассе и на освещение гораздо большего пространства на дороге. Аварийная световая сигнализация включается кнопкой посередине торпеда и задействует указатели поворотов со всех сторон. Видите, они горят одновременно. И обязательно повторитель указателей поворотов должен быть где-то сбоку автомобиля. Он расположен либо в переднем крыле, вот здесь где-то, либо в корпусах зеркал. Кстати, размещать указатель поворота в корпусах зеркал впервые начал Mercedes в конце 90-х годов прошлого века. Да, 20-й век уже прошлый. Потом за ним начали обезьяничать все остальные. Сейчас размещение указателей поворотов в корпусах боковых зеркал скорее правило, чем исключение. Световые приборы в задней части автомобиля. Ну, прежде всего, габариты. Габаритные огни, мы знаем, для чего они предназначены. Они предназначены для обозначения краев транспортного средства, чтобы увидели другие участники дорожного движения. Я напоминаю, что по правилам водитель обязан обеспечивать свет с левой стороны, для того, чтобы было видно край транспортного средства. Если с левой стороны у вас гореть вот этот красненький огонечек не будет, то вас остановит полиция. Будут выписывать штраф и задавать вам ненужные вопросы. Это габариты. Они здесь, кстати, светодиодные. Светодиоды чем лучше? Светодиоды ярче, светодиоды экономнее в плане потребления тока, и светодиоды не перегорают, как лампочки. Они рассчитаны на десятки тысяч включений. Теперь стоп-сигнал. При нажатии на педаль тормоза у вас загорятся стоп-сигналы. Обратите внимание, они тоже расположены по краям, по бортам автомобиля, и есть дополнительный сигнал на пятой задней двери. Он, как правило, тоже светодиодный, причем он устанавливается, дополнительный стоп-сигнал, практически на всех автомобилях, независимо от типа кузова. Вы уже догадались, для чего он нужен. Как вы видите, его лучше видно. То есть водитель, находящийся в автомобиле сзади, его быстрее увидит. Если стекла затонированы на автомобиле с разрешением, с допусками, какие допускаются техническими требованиями, в том числе правил дорожного движения, то можно будет видеть стоп-сигнал через автомобиль. Таким образом, это повышает безопасность. Указатели поворотов. Нет, это не указатели. Вот, указатели поворотов. Можно аварийку включить, пожалуйста. Вот, желтого цвета. Обращаю ваше внимание, указатели поворотов и аварийная световая сигнализация должны быть желтого цвета. Об этом прямо написано в 31 разделе правил.
На некоторых автомобилях, которые у нас ездят, возятся битыми, не битыми, на американских автомобилях. Дело в том, что американские требования к световым приборам допускают указатели поворотов либо желтого, либо красного цвета. И если вы увидите мигающую поворотом красную машину, если вы увидите, это значит, что это американец. Буквально на днях, 17 ноября 2020 года, появилась информация, что полиция будет штрафовать за красные указатели поворотов, потому что они не соответствуют требованию правил. В правилах написано, они должны быть желтые. Такие желтые на официальных машинах и на европейских машинах. И на некоторых японских машинах, которые на американском рынке продаются, у них они тоже желтые, как, например, на этой машине. Далее, при включении заднего хода включаются фонари или фары, их называют заднего хода. Они предназначены для того, чтобы освещать пространство, когда вы едете назад, чтобы вам было видно, куда вы едете. Также сзади расположены световозвращатели, именуемые иногда в народе катафотами, вот они. То есть машина, которая будет светить фарами, будет отражаться свет от этих световозвращателей и будет видно. Даже если световые приборы не включены, она будет как бы гореть красными огонечками. Это тоже сделано в целях безопасности. И еще один прибор, которого, кстати, нет на американских машинах. Красный противотуманный фонарь, согласно требованиям правил и здравого смысла, разрешается использовать только в тумане, потому что он значительно ярче, чем остальные огни. И он реально может слепить водителя. Он реально может слепить водителя в ясную погоду. То есть он применяется только в условиях недостаточной видимости, в частности, в тумане.